Добрый день. В данный момент мы находимся в Sunrise Diamond Beach Resort. Сейчас мы в комнатке Junior Swim Absolute. Данная категория одна из самых высших категорий. Чем она хороша? Она сложена с фронтальным видом на море. И размещение в данной комнате идет только 16+. Почему? Потому что также у них есть бассейн. Данный бассейн идет на 3 номера, не вдоль, скажем так, целого здания, а именно на одну виллу. Вы вилле 3 номера и бассейн. Также данный бассейн в зимнее время он с подогревом. Так, секундочку, пожалуйста. Напомню, с фронтальным видом на море, так как сразу перед номерами идет такой маленький наш променад, улочка, и также уже непосредственно идет сам пляж. В каждом номере, также они все в одном и том же идентичном стиле, в комнатках обязательно либо одна большая кровать, либо две раздельные, и, скажем так, зона уютная для сидения, также мы можем по запросу гостей добавить еще одну кровать. В комнатке обязательно идет мини-бар, идет шкафчик, идет ванная комната обязательно, зеркало в полный рост и также сейф. По поводу сейфа, использование его полностью бесплатное. По поводу мини-бара, пополнение, еще раз сообщу, полностью пополнение каждый день, кола, фанта, спрайт. Также две баночки пива, но данная изюминка, а точнее изюминка данной категории комнаты, это концепция, которая идет Roll Club. Для гостей Roll Club, напомню, размещение только 16+, идут дополнительные бесплатные услуги, как это трансфер с аэропорта в отель, отель-аэропорт полностью бесплатный на гостей, которые забронировали данную категорию комнаты. Также у них есть комплименты каждый день от нашего отеля в комнатке. Также у них есть отдельная зона для завтраков и для ланча, там, где подается также шампанское, полностью бесплатно, но шампанское именно местного производства. Но зона лаунж, называется Roll Club Lounge, находится на пляже с красивым видом на море и работает также каждый день до 6 часов. Также хочу вам сообщить, что в данном номере чем хорошо, это зона комфорта, зона уединения, полностью, также еще раз, что бассейн, они у нас идут с подогревом. На террасе также у нас идут шезлонги, возможные, и также зонтики и стулья для комфортности также гостей. Что еще хочу сказать, что для данной концепции по заезду мы также предоставляем и вино полностью бесплатно. Напомню, с комплиментом также каждый день. Здесь также у нас работает Wi-Fi полностью во всех номерах. Также хочу сказать, что у нас в ванных также идентичный стиль, но здесь немножко отличается, потому что у нас есть в данном категории, не в каждой ванной комнате, но в большинстве у нас есть отдельно душевая кабинка и также ванная. Ванная, она немножечко поменьше, но у нас два умывальничка, также две душевые головки, одна проливной душ и одна также съемная. Обязательно у нас будут платные гитарочки. Весы в каждой комнате. Также в ванной у нас есть две душевые головки, два умывальника и также вся концепция наших ванных принадлежностей, которые тоже пополняются каждый день по мере их использования. Также хочу сообщить, что для Roll Club Lounge, для гостей, идут также привилегии и по бронированию наших а-ля карт. Поэтому мы всегда находимся в тесном контакте с гостями, которые забронировали данную категорию комнаты для их комфортности. У нас есть услуга батлера. Это услуга, которая, скажем так, мы находимся на связи с ними 24/7, и любой их запрос полностью делается, скажем так, уже на месте. Также хочу обратить внимание, что в данных номерах у нас есть кофейная машинка, там, где мы также предоставляем и набор съемных насадок на кофе полностью бесплатно на каждодневной основе. Также, так как комната находится близко к морю, мы предоставляем также в каждом номера. У нас есть обязательно фумигатор от комариков. Поэтому
на данном, скажем так, любые самые высшие категории комнаты, они всегда будут относиться в Royal Club Lounge, и в большинстве случаев все категории, скажем так, выше, они только для 16+, потому что есть вход в бассейн.